Не так давно, с месяц тому назад, я рассказывал, как в ожидании нового мотосезона я поставил на свой эндурик на Лифан дополнительные фары ближнего света для езды по бездорожью. Основная их задача была, как я планировал, это высвечивать пространство прямо от колеса и метров так 10-15 вперед. То есть в тех условиях, когда двигаешься медленно по разбитой дороге или по лесу, и очень важно видеть то, что у тебя делается под колесом. Но вот испытать это в случае не выпадало. И вот, наконец, когда уже погода установилась, выезжать из леса уже катастрофически не хотелось, все-таки вот этот случай выпал. Ну, что я могу сказать? Результат меня, в общем-то, порадовал. То есть, действительно, когда двигаешься со скоростью там 5-10-20 км в час по лесной дороге, там пробираешься по лесу, по колдобинам, действительно, ехать стало очень и очень комфортно. В отличие от стоковой фары ближнего света, эти фары действительно заполнили пробел от самого колеса и до зоны, которая уверенно высвечивает ближний свет фар. Поэтому ближайшие там метров 15-20 при движении по лесу видно великолепно. Ну и самое главное, конечно, что сейчас отлично все видно под колесом, когда переезжаешь там колдобины, какие-то бревнышки, палочки. Ну и движение по лесу, насколько это вообще возможно, стало действительно намного комфортнее. По лесу, конечно, лучше ездить днем, кто бы спорил, но даже вот в условиях полной темноты сейчас уже стало ехать, ну, гораздо лучше.